Снишься, не могу поверить звонкам. Съемки видео прошли в Киеве. Работа в столице Украины ночным снайпером не в новинку. Именно здесь записывались альбомы «Цунами» и «СМС». Режиссером клипа «Светофоры» стал Алан Бадоев. В видеоролике развиваются две параллельные линии. Один из сюжетов – это жизнь семейной пары. Когда-то супруги питали друг другу нежные чувства. Теперь же их жизнь стала размеренной и обыденной. Они пьют кофе, курят сигареты, ложатся спать, отвернувшись друг от друга. Параллельно с этим мы увидим Диану Арбенину, которая, напротив, пребывает в смятении. Солистка «Ночных снайперов» осталась довольна своим образом. Ее стиль можно обозначить как элегантное ретро. Строгое черное платье, шпильки, убранные назад волосы и ярко-красные губы. Окончательный монтаж «Светофоров» уже закончен, и в ближайшие дни ролик появится на телеэкранах.